Ребята, всем привет, вы на канале Гейвер. И сегодня вот это дата премьеры. Точнее, а это анонс Бравл Толка, который будет уже через 26 часов. Он будет завтра в 7 по московскому времени. И хочу вам... это будет самый долгий Бравл Толк за всю историю пока что. На данный момент у нас самый долгий, это... Сейчас покажу какой. В общем, мы уже тут. Это самый долгий, прошлый Brawl Talk был самый долгий на данный момент, пока не вышел этот. Этот прошлый Brawl Talk длился 14 минут 35 секунд. Сейчас посмотрим, сколько длился, сколько будет длиться этот Brawl Talk. Вы будете шокированы, ведь он длится даже больше. Переходим в ВК. Я уже в ВК, и смотрите, он идет 16 минут 21 секунду, это же на 2 минуты больше, но это очень много. В общем, переходим по ссылочке. И... Вот мы снова здесь. Если мы перейдем вот это вот все. Если я сейчас переведу вот эту вот всю фразу. Brawl Stars, Brawl Talk, два бравлера и так далее. И посмотрим, что же будет вообще в переводе. В общем, ребята, сейчас я переведу название Brawl Talk'а и посмотрим, что уже вообще будет. И, ребята, еще раз, вот он, я перевел Brawl Stars, Brawl Talk, два, ну, скандалиста, это бравлера. Титулы мастеров и многое другое. Что же титулы мастеров? Титулы мастеров — это... Вы же, наверное, многие видели у популярных блогеров по Brawl Stars. Сейчас перейдем снова к Brawl Talk. Вот я снова здесь. Кстати, я поставил лайк на сюда вот, на премьеру. Вы тоже поставьте лайк, подпишитесь. Мне будет очень приятно, потому что вот только вышел, почти только что вышел. Это премьеры, и я сразу же снимаю. Мы можем увидеть, что здесь в тегах Brawl Talk мастерство. В общем, мы знаем то, что в этом обновлении добавят мастерство. Мастерство можете... И мой друг вообще предположил то, что там будут новые ранги. Но я с ним вообще не согласен, потому что нам бы сказали, как-то намекнули на новые ранги. 36, 37 и так далее. Поэтому ранги, это точно их не будет. Также не будет, скорее всего, ну ящиков это понятно, точно не будет. Видим теги, Brawl Talk, мастерство и второй, я не знаю, как переводится, он никак, почти не переводится, если не ошибаюсь, не переводится вообще. И в общем, ребята, это видео подходит к концу. Мне кажется, нужно поставить лайк, подписаться на канал, потому что я один из первых, кто это сейчас вообще делает. Надеюсь, до меня еще, на данный момент до меня еще никто не снял. Сейчас я снимаю только время только 16:37. Рановато, конечно. Точнее, наоборот, поздно вышел как-то анонс. Но анонс очень интересный. Кстати, под конец хочу сказать то, что, скорее всего, будет вот поэтому по Дэнни у него видно на шляпе карту Тары, похоже очень на карту Тары. Мое, и именно только мое предположение, то что скорее всего будет новый скин на Тару. Исключительно мое мнение, я так думаю. Будет скин на Тару, не будет, мы узнаем в этом Brawl Talk'е уже завтра. Я скорее всего буду стримить на Твиче, буду стримить, поэтому ссылка на Твич будет в описании, на Телеграм, подпишитесь.
там будут выходить новости. Если смотреть на Паулу, у них у обоих лупа, значит, обновление будет с детективами. Скорее всего, с детективами. Мое мнение. Опять же, только мое мнение, субъективное. То, что будет два персонажа или один с лупой. И будет обновление, как бы, связанное с детективами и что-то типа того. И, в принципе, на этом все. Больше у меня догадок нету. А 17-й сезон будет называться как-то, ну, например... я даже не знаю, как предположить. Очень сложно предугадать название. Но, наверное, что-то будет связано с загадочным... Загадочный что-то там. Загадочный сезон, загадочный, я не знаю, вообще. Вырежу это. Ладно. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Переходите на Twitch, подписывайтесь, потому что завтра уже буду стримить, уже брал толк с другом. Все, всем удачи, всем адьос, ждем Бравл Толка.